Ну и я давайте последний раз сыграю с ним еще одну партию. Так, играю на игровой зоне chess.com. Давайте c5, сицилианку сыграем. Ну просто из соображений боевитости. Попробуем что-то такое придумать. Слон g5, ну есть такая. Есть такая партия, f4, ферзь b6, хочу съесть пешку на b2. Ферзь d2. Ну что ж, идем в этот путь. Сюда-сюда. f5, конь c6. Вообще, где-то я что-то такое видел. Взяли-взяли. Ага, так. Ну, здесь, конечно, все кончается в ничью. Всегда. Все эти партии кончаются в ничью. Так, подождите, а можно здесь рокировать? Кажется, можно. Так, ну давайте посмотрим, что будет дальше. Сюда шажок. Сюда-сюда. Ну, конь d5, правда, интересный ход есть, да? Конь d5. И что на... Конь d5, ферзь d2. Конь e7, король f7. Взяли-взяли. Ну, давайте посмотрим, что там будет. Просто любопытно. Так, конь e7. Забрал. И ход e5. А, вот это я зевнул. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, элементарную же вещь, но зеваю. Зеваю, дорогие друзья. Ну, что поделать. Ай-яй-яй. Да, ну там надо было отступать, конечно. Отступать надо было на e5, а не на a5. Да, паршиво. Паршиво играю и, к сожалению, скорее всего, проигрываю. Сюда. Конь e4 сюда-сюда зависает. Там здесь плохо, тут это плохо. Ну, спасения это, видимо, нет, да. Ну, там слон b4 шах, ну что тут поделать. Так, король d6, конь d6 взяли, слон b4 сдался из-за связки. Ну что поделать, здесь уже медицина совершенно бессильна. Ну, сделаю несколько ходов, авось соперник где-нибудь прогнется. Ну, пешку на d6, может быть, в будущем удастся взять. Так, подождите, это и что? Допустим, g6, взяли-взяли, и что дальше? Висит же... Так, ну и висит пешка на d6. Сильно сыграл соперник. Молодец. Молодец. И надо сдаться. Ну, совершенно шикарно. Все. Браво. Браво, соперник. А я признаю то, что этот вариант я немножко подзабыл. Надо, конечно, подучиться.